Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких в ходе атаки ВСУ по Белгороду. Еще одна чудовищная и циничная атака от ВСУ по Белгороду. Ракетный удар пришелся по самому центру мирного города. 5 человек погибло, в том числе один ребенок. 18 раненых, среди них 5 детей. Карачаево-Черкесия скорбит с жителями Белгорода и Белгородской области, выражая глубокие соболезнования тем, кто потерял сегодня близких. Пострадавшим скорейшего выздоровления и сил, говорится в соболезновании.